Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор совершил божественную литургию в храме Великомученицы Анастасии Узорешительницы при колонии Хадыженска. А после службы владыка побеседовал с заключенными и поддержал их в терпении тягот заключения. Исправительная колония общего режима номер 9 расположена в небольшом предгорном городке Хадыженске. В день памяти святой Анастасии Узорешительницы митрополит Екатеринодарский, Кубанский Исидор прибыл сюда с тем, чтобы возглавить божественную литургию в одноименном храме. Этот небольшой, красивой архитектурой и благоукрашенный храм построен руками осужденных в этой колонии. Освящен он был в 2015 году, и с тех пор шество над приходом взял коллектив Краснодарского кафедрального собора. Неудивительно, что рядом с владыкой сегодня сослужило духовенство кафедрального собора во главе с настоятелем, протоиереем Игорем Алжабаевым. Большие праздники храм не вмещает всех желающих, и многие стоят рядом на площадке перед дверьми. Сегодня, ввиду тесноты, в храм на архиерейское богослужение были приглашены активисты прихода и строители Дома Божия. И посети виноград. Рядом с осужденными в этот праздничный день молились начальник УФСИН по Краснодарскому краю, полковник внутренней службы Виктор Пестов и начальник колонии, полковник внутренней службы Андрей Короленко. По окончании богослужения владыка митрополит подарил приходу храма Анастасии Узорешительницы икону Божьей Матери «Неупиваемая чаша». В ответ начальник ФСИН полковник Пестов вручил митрополиту икону Божьей Матери Владимирская, изготовленную собственноручно осужденными этой колонии. Первый год мало заходил владыка святых. Сейчас вот... Затем владыку Исидора коллектив прихода пригласил на чай в помещении местной библиотеки. Не менее важное событие, и это впервые в истории колонии, состоялось в стенах общего помещения, где собрались уже все желающие из числа осужденных для встречи с главой Кубанской митрополии. Старинующина была такая пословица: от тюрьмы и от сумы никто не зарекается. Никто не может сказать: я никогда не буду в тюрьме, никогда не буду бедным. Это может случиться с любым и каждым. Господи, укрепи вас, помоги, сохрани вас от врагов видимых и невидимых. В заключение хор штатных священников Краснодарского кафедрального собора устроил импровизированный концерт для собравшихся, которых в огромном зале было немалое количество.